Приветствую вас на канале Хастамания на 600. Итак, дорогие мои, первый ляпас у меня. И огромное спасибо девчонкам, которые меня направили на путь истины. Я недавно снимала видео и рассказывала, что я не восторгаюсь хостой Джорджа Сидхарт. И совершенно я забыла, что Джорджа Сидхарт растет у меня в другой стороне. А я перепутала таблички и Lakeside Cup. По-моему, да. Я ее вот приобщила к другому сорту. Поэтому Джорджа Свитхарта обязательно сделаю видео и покажу вам. Потому что, знаете, самое интересное, что я была настолько уверена, что это Джорджа Свитхарт, что даже не стала проверять таблички и свои схемы. И вот так вот, думаю, ну что же она такая реально некрасивая. А кто-то написал, что она у меня яркая. Думаю, блин, а у меня не яркая. Потом девочка написала комментарий о том, что у нее даже другая форма листа. Ну, знаете, я очень спокойно отношусь к подобным вещам, поэтому я знаю, что все могут ошибаться. Думаю, наверное, что-то не так. Достала свою схему и таки, да. Так что начинаю свое видео с изменений. И еще я вам хочу сказать, что мои выходные очередные закончились. Половину грядок я очистила от бурена, половина грядок у меня стоит вот, вот такая вот картинка. Но есть уже часть, которую можно показать. И, знаете, так хорошенечко полазить вокруг своих хосточек, потому что сейчас я пройду, у меня вот здесь вот, вот такой вот кусочек. Я его наконец-то очистила. И какие же великолепные сорта у меня есть. И я думаю, что вы все обратили внимание, что в последнее время я выкладываю очень много таких мини-видео по сортам. Почему я так делаю? Потому что очень много спрашивают о том, сколько у вас сортов. Ребят, ну честно, я их перестала считать. Вот я поняла, что что-то прибывает, что-то убывает, что-то добавляется. Поэтому вот такого четкого подсчета у меня нет. Но сортов, в принципе, у меня получается много. И мне хочется вас познакомить со всеми сортами, которые вижу я. И показать вам, ну вот они в реальной жизни, да. Они без подкормки, они без кормежки такой вот там химии какой-нибудь. Их я особо, ну вообще, да, то есть это, ну вы знаете, азотная немножко весной. А там по ходу, ну может там, когда при посадке капля навоза, там еще что-нибудь. То есть совсем-совсем чуть-чуть, нашим хостам такое не надо. Поэтому не пугайтесь количества видео, потому что да, мне приходится выкладывать 3-4 ролика в день для того, чтобы показать максимальное количество сортов. И сейчас я вот сниму вот это видео. Знаете, поболтать, с вами поболтать. Слава Богу, мои хосты, которые я поделила, они принялись. Да, они... Они реально, слава Богу, пошли в рост, потому что очень переживала за свои коллекционные сорта. Все, все окей. Сегодня там с одной хосточкой тоже приключение. Тоже сняла вам видео. Так что, дорогие мои, во-первых, извинилась за то, что внесла смуту в наши ряды. Вот, и я очень рада, что все такие внимательные и молодцы, потому что действительно, знаете, как и на старуху бывает проруха. То есть вот я вот так вот шлеп, шлеп. А вот уже все, уже не память, не девичья, поэтому стоит, наверное, почаще заглядывать в свои схемы. А видите, как хорошо иногда нарисовать схему, да, и вот она остается. Мои детки, я вам сейчас, кстати, сейчас вот так вот пройдусь, а потом вам сниму видео, покажу, что у меня происходит с детками моими. Что, дорогие мои, это, считайте, отчет, анонс, извинения, и буду снимать видео и прощаюсь с вами до следующих видео на моем канале.